Μυρβάντα ραγγίγιεμ. Σαν κύριο μου και βασίλαν Σε εμπιστεύομαι σε σένα ελπίζω και γονάτιζω στο φρόνο σου μπροστά Супара дидоме кесена сангириому кевасилям шалом мир вам мир вам. Я сейчас пела на греческом из Германии красивую песню которая прославляет Господа. Она есть, по-моему, на разных языках. Я тебе доверяю, я тебе поклоняюсь, на тебя и уповаю, тебе отдаю свою жизнь. Слава тебе, Господь. Мир вам, мир вам, драгоценный Дух Святой. Гитаджан мне, Гитаджан. Господь, я Тебе поклоняю, славный, приглашаю Тебя на это общение. Дух Святой, моя радость, Ты мой Бог, моя любовь. Дух Святой, помажь, помажь мою уста и сердце, Ты говори. Ты говори, великий, благословенный, святой, истинный, верный царь. Ты веди это онлайн-вещание так, как Ты хочешь, царь славы. Я сейчас молюсь, и сразу он меня повел на небо. Сразу на небо. Вижу на престоле Иисуса Христа. Он одетый, знаете, какие одежды? Господь, ты крутой. Они все переливаются золотом. В золотых одеждах он. Представляете, золотые, полностью золотая одежда. И все это переливается на нем. Я вижу молнии, огни вокруг него, везде это его слава. И вижу очень красивая, большая корона на его голове. Фуша креса. Она вся покрыта бриллиантами. Um. Да, и вижу персти. <с booting> Спасибо, Господь. Это мне все говорит и показывает Дух Святой. И сейчас я вижу, знаете, что еще, как вокруг него бесчисленное количество ангелов, святых сейчас собраны. И куда они смотрят, я вижу сейчас, он мне показывает сразу, представляете? Я вижу сейчас, это сказать, в атмосфере, в воздухе. Они смотрят с воздуха на землю. Если бы сказать вот человеческим языком, это как они смотрят на экран. Как экран в воздухе. Они смотрят сейчас на вас, на вот это служение, которое ведет Дух Святой. И они типа, вас видят. Вы дома сейчас. Они видят каждого. Я вижу, многие родственники пришли посмотреть на вас. Ваши родственники, которые друзья, он говорит, и знакомые, которые уже на небе и даже они приходят и смотрят вместе с Господом, оттуда он им позволяет, когда он хочет, позволяет им смотреть в этот экран и смотреть на вас, они сейчас смотрят, они говорят, очень любят эти моменты, когда Дух Святой им позволяет, фуша, секрето, спасибо тебе, он позволяет им смотреть на вас, те, которые у кого-то умер отец, мать, муж, жена, дети, друзья какие-то, знакомые умерли. И они сейчас приходят, смотрят на вас, как вы там сидите. А Дух Святой им позволяет вас увидеть. Слава тебе, Господь! И они прославляют Господа, он говорит, они прославляют Господа, за такую, знаете, привилегию, что Бог им позволяет увидеть в этих онлайн-вещаниях их них родных и близких и друзей. И он говорит, и вам передают они приветы. Вот, представляете, это вот все слушая, он мне показывает. И я даже вижу много маленьких детей. Знаете, есть женщины, которые делали аборты, и которые их не дети там их ждут. Вот он мне говорит, есть христианки, которые еще до верования делали аборты. И эти даже дети, Бог позволяет, они сидят и смотрят на вас. Так что не печалься, если ты сделала когда-то аборт, сестра, а этот ребенок там на небе, Бог тебя простил за это. Но я сегодня говорю тем женщинам, которые, возможно, слушают вот этот эфир и думают об этом. Или хотя, возможно, ты встретишься с таким человеком, который захочет сделать аборт. И ты сподвигнешь эту душу, чтобы она не делала этого. Знаете, это грех, когда мы убиваем душу человечеству, потому что ребенок ⁇ это живая душа. Но я хочу сказать, те женщины, которые сделали аборт, и они не знали о Боге, не знали, что это грех, но потом они в последующем покаялись, ваши дети все на небе, и они смотрят, Бог им позволяет смотреть на своих родителей. Слава тебе, Господь, Он мне вот сказал за маленьких детей. Спасибо Господу за это. Или те, которые Он говорит, выкидыши также. Были женщины, которые, которые получился выкидыш. Знаете, у Бога все эти дети на небе, они все Бога прославляют. И когда вы придете на небо, вы также будете вместе с ними прославлять Отца. Господь, ты крутой, крутой. Я рада, что вот это он мне сейчас показывает. И говорит сразу, Дух Святой, спасибо тебе, сладкий. Ты лучший, Господь, ты лучший, лучший, лучший. Хвала тебе, благословенный, святой. Он, он великий Бог, чудный. Знаете, он мне просто удивляет постоянно, я восхищаюсь им, вот буду говорить, знаете, вот такие даже простые, знаете, я просто восхищаюсь Богом, Он реально живой, поверь в это, знаете, это из, не из вот истории каких-то сказок и мифов, нет, наш Бог реально живой, я Его видела много раз и на небе, я его видела много раз э, во снах, вот на небе, во снах видела, в видениях, в трансе и вживую видела. Естественно, он приходил в таком образе, чтобы я его не узнала, но потом он сказал, что это он был. Представляете? Это было чудо, чудо от Господа. Слава, слава, слава тебе. Я хочу сказать, он реальный, живой, любящий, благой Бог. И скажу, Господь, знаете, он так меня благословляет. Я очень благословлена. Я переживаю постоянно его присутствие, его любовь. Слышу его голос, общаюсь с ним. И вот он устроил меня, устроил мой дом. Знаете, я никогда так не жила. В каких сейчас я условиях живу, я никогда в жизни не жила. Никогда. Вот я переехала сюда в Германию. В течение месяца он и квартиру мне дал, обеспечил меня полностью. Все, что нужно в дом купил и а, покупает. Представляете, это, это вообще все это время. Постоянно покупки, покупки, ну, для дома и что там нужно для себя. Он крутой, это все он заботится. Знаете, он любящий, благой Бог. Естественно, я приехала сюда с двумя чемоданами, и все нужно покупать, это все он покупает. И мне, и также сыновьям. Спасибо Господу, он обо всем заботится, он дает финансы, он дает мудрость, помогает, как правильно что сделать, что как поступать. И я хочу сказать, вот недавно ну, такой, знаете, он даже в мелочах нам помогает. Я пошла, у меня там внизу дома есть, ну, прачечная. Я пошла, значит, там стоит у меня стиральная машинка и сушильная машинка. И я пошла, в общем, постирали вещи, посушилась в сушильной машинке, я взяла их положила специально, ну вот не знаю, как он там сказать, ну корзину такую для белья, и принесла, и начала складывать вещи. Я складывала, и не могу один носок найти, представляете, еще этот носок, не могу его найти, думаю, наверное, в машинке где-то он там застрял. А Дух Святой говорит, нет, я пошла наверх, вытащила там простынь, Uh, которая стиралась, она такая, знаете, есть простыни такие на резинках, думаю, может где-то там uh, в простыне, я, в общем, может не увидела, пошла, не нашла, а он говорит, нет, он внизу, я говорю, где внизу, Господь, там uh, в машинке, он говорит, нет, он говорит, в корзинке, я представля... а я уже в корзинке смотрела, смотрела, как я не видела, представляете? И он четко мне говорит, он говорит: в корзинке иди вниз спустись, а, ну, на первый этаж, он там в корзинке. Я пришла, смотрю, он в корзинке. Он в корзинке этот носок. Я просто начала поклоняться Господу благодарить, что он чудесный со мной реально разговаривает. Представляете, реально со мной разговаривает, реально говорит, учит помогает. И это постоянно так. Например, в магазине что-то купить, через интернет что покупаю. Он мне говорит мой размер. Я вещи не мерю в магазинах. Представляете? Он мне сразу говорит, вот этот размер бери, я беру и ухожу. Я когда пошла там, была в деревне до этого жила, зашла в магазин, он мне говорит, вот этот ворог, я даже еще не знала, какие там немецкие размеры. Он мне говорит, вот этот, возьми вот этот. Я все, что взяла, все на меня как раз. Через интернет все, что купила из одежды, все на меня как раз. Вот как Бог делает. Слава тебе, Господь. Он крутой, реальный, любящий, благой Бог. Наша помощь, наша защита. Удивительный, удивительный, восхитительный. Спасибо Господу, спасибо за все подарки, за все дары, которые Он дарит. Слава тебе, Иисус, слава, слава, слава. И мне, конечно, очень сильно радует, что я слышу Его. Я с Ним общаюсь реально, чем бы я вот сейчас сообщалась бы с каким-то человеком вслух. Представляете? Вот как я его слышу, это благодаря Ему. Благодаря Ему возревнуй. Бог хочет и с тобой общаться. Знаете, но ну это не, это не получилось вот сразу, спонтанно, моментально я начала Бога слышать. Нет, до этого был период моего возрастания, был период богоискания. Я и сейчас ищу его, всегда с ним общаюсь. Он открывается людям, которые стучат. Он открывается людям, которые его ищут. Слава тебе, Господь! Слава Богу! Я все это время с Его помощью, долгие годы, стучала в Его дверь, стучала, там же написано, кто стучит, тому отворят, кто ищет, тот найдет. Это говорил Иисус о себе, чтобы мы его искали постоянно, и Он меня вот это вознаградил, открыл мои уши. Да, я проходила разные трудности. Бог ли это говорит, не Бог ли говорит, но Бог мне помог, научил и учит слышать его, понимать его. Я его и об этом прошу. Это классно, когда ты слышишь, понимаешь Господа, и Он тебе в этом помогает. Слава тебе, Господь! И я рада, что Бог открывает мне какие-то вещи для меня, для моей семьи. Я вижу, он это исполняет, даже, например, что-то, если я себя покупаю, он мне говорит, вот такая, вот такая, я говорю, Господь это придет, он говорит, все придет, и все приходит. Я очень рада, знаете, жить в этой свободе, в этой радости от него. Я очень рада, что сейчас я проживаю вот это, есть жизнь с избытком. Он меня вел на порог и, и перевел через этот порог жизни с избытком, но раньше так не было. Раньше я ему говорила, где эта жизнь с избытком, Господь. Раньше я жила и духовно не так, и материально не так. Знаете, это классно, когда ты с Господом, когда ты его ищешь. Он ищущих его вознаграждает. На, награды это какие, знаете? Люди подумают, вот вознаграждение, это какой-то дом тебе, может быть, он подарит, или там какое-то имущество, или какие-то там машины, или еще. Сама награда это он. Знаете, у христиан награда самая высокая это его присутствие, это его внимание. Представляете, все на небе, я вам хочу сказать, все на небе смотрят в его глаза, все на небе хотят ему служить. Каждую долю секунды не хотят упустить его взгляд. Знаете, мы здесь, а на земле, Бог часто мне такие вещи говорил, и я ему потом говорю, Господь, ну, его просила прощения, что на небе так никто с ним не общается, как я здесь общаюсь с ним. Ну, ну как я имею в виду, что я могу, вот, знаете, что-нибудь ляпнуть не то? А на небе не так. На небе они его очень сильно уважают, Бога, они никогда ему не перечат они никогда его не оскорбляют, не унижают, но сегодня мы можем Богу и перечить, и оскорблять его, унижать нашими поступками, нашим поведением. Но мы должны просить Господа, чтобы так не было, чтобы из-за нас сатана не хулил Господа. Понимаете, это очень важно. И там они все рады по одному только слову Господа, они рады служить, рады исполнить всякое его, прошение, ну, всякая его просьба, он говорит им, они сразу хотят все это делать. И я молю Бога, чтобы мы были такими, чтобы что нам сказал Господь, чтобы мы были, хотели сразу это исполнять. Да будет твоя воля, а не моя. Так сказал Иисус, когда боролся в Гевсимонийском саду. Он боролся с сатаною, Сатана ему другое предлагал, но он выбрал смерть. Иисус смерть выбрал за нас. Крестную, позорную смерть он выбрал. Понимаете? И он там сказал Отцу Небесному, да будет твоя воля, но не моя. Слава тебе, Господи. Сегодня Бог хочет, чтобы мы тоже ему сказали, да будет твоя, Отец, воля, а не моя. Потому что мы, я часто сама и других братьев и сестер встречаю, которые делают свою волю, а не Бога. И они думают, что это Бог. А, знаете, как можно узнать, Бог тебе говорит или нет? Во-первых, когда Бог говорит, это всегда будет согласно с Его писанием. Бог никогда не говорит против своего писания, чтобы вы поняли. Если ты куда-то собираешься ехать, а у тебя нет официальных документов, у тебя нет финансов. Например, вот вам пример, и ты думаешь, что это тебе Бог посылает туда. Это ты так хочешь, а не Бог. Бог, если что-то хочет, или пошли, послать тебе, или что-то сделать, или какой-то бизнес, Бог всегда даст это будет все официально. Это никогда не будет иметь какие-то препятствия. Это не будет иметь какие-то преграды, это всегда будет открытая дорога во всем и полное обеспечение. Я тому живой свидетель. Он мне привез при коронавирусе сюда, в Германию, обеспечил жильем так, что сама, которая хозяйка имеет этот дом, она уже сама бегала за, за братом, чтобы мне снять эту квартиру. Представляете, она уже сама. Спрашивала обо мне, когда я приеду. Вот что Бог сделал. Естественно, Бог обеспечил и финансово меня, и вот жилье дал, и все, что нужно, купил и покупает. Это благоволение Божье, это угодно Богу, понимаете? А если бы не было угодно Богу, я здесь я бы не была, я бы могла приехать самовольно, сама. Вот знаете, многие ед едут и, и что-то делают самовольно, или, например, думают, что это тебе Господь какого-то жениха, и ты видишь, что этот жених, ты не молишься, не спрашиваешь, Господь это от тебя, или не взываешь, не просишь у Бога, и идешь, как говорится, с закрытыми глазами, а потом что? Потом разрушенная семья, поэтому, христианки, не спешите, Спроси, Господь, от тебя ли этот человек? Если не от тебя, удали его из моей жизни, чтобы его не было. Даже если ты там уже в нем влюблена, не делай ошибки. Также насчет бизнеса. Знаете, бизнес Бога, он помазывает, на все должно быть помазание. И в бизнесе точно так же, если что-то ты делаешь нелегально, если берешь каких-то людей нелегальных, если, может быть, налоги не платишь, не показываешь, или твой бизнес, а, и на твое имя, на второго, на третьего и десятого, которые тоже так нельзя делать. А, и Богу еще не угодный бизнес, когда ты напополам с кем-то делаешь. Знаете, это неправильно, потому что любой человек может тебя кинуть. Даже твой родной брат, сестра или мать, или отец. Знаете, сколько таких историй? Делай бизнес напрямую с Иисусом Христом. Аминь, он мне говорит. Потому что я знаю немало историй, где братья и сестры начинали бизнес с кем-то, и тот их другой кидал, не возвращал финансы, обманывал, и, и родня так поступает. Понимаете, лучше Иисусу все отдай, потому что все ему принадлежит. Поэтому, когда ты что-то делаешь, молись, молись, наша тема, я спрашивала, Господь, о чем ты сегодня хочешь говорить. Я вижу сейчас Дух Святой, это Он все вам говорит через меня. Он мне сказал, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенная. Это Иисус Христос говорил апостолам, ученикам своим в Иоанна 16 главе. Он им говорил, что ва... мое, Он им говорил перед уходом, а когда Он собирался умереть и уйти на небо. Он им говорил, что в мое имя вы не, до, до сих пор не просили у Отца Небесного. Но он сказал, просите и получите, и Бог даст вам. И вы можете сегодня в, в имя Иисуса Христа, ради имени Иисуса Христа, просить у Отца Небесного. Он даже сказал, даже если вы будете просто у меня самого просить. «Иисус, помоги! Иисус, помоги! Иисус, дай мне вот это ли то!» Он сказал, просите и получите чтобы радость ваша была совершенная. Но у Бога, знаете, не просто так. Не думайте, что Бог это вот, знаете, такой родитель, сидит и вам просто, сидит там, а, и плюшки вам в рот ложит. Отец наш очень добрый, любящий. Доброта, любовь это не просто тебе сейчас на, напихая в рот кучу конфет. Вы знаете, что конфеты тоже вредные. Они могут вызвать кариес, могут вообще желудок там, а ребенку. Ну, в общем, вы знаете прекрасно, что а есть постоянно одни конфеты, это вредно для здоровья. Поэтому вы должны понимать, когда эти слова Иисус сказал, просите, получите, чтобы радость ваша была совершенной, и там Он сказал, просите все, что хотите. Все, что хотите, это не просто так, все, что хочу. Все, что хотите, согласно. Мы должны понимать Словом Божьим, потому что в Иоанна 15 главе именно там об этом и говорится. Там об этом и говорится, Иисус сказал, кто пребывает в нем, то, о чем он попросит у Бога, Бог даст это. Представляете? Нужно пребывать в Иисусе Христе. Как пребываем в Иисусе Христе? Так, как открываем Писание – читаем Писание, молимся, говорим с Богом, общаемся. Я уже, когда читаю Писание, я вижу, а вот это Богу угодно, я буду такое просить. А вот это Богу не угодно. Так написано в Писании. Я уже буду не просить такое у Бога. Он мне говорит, аминь. И когда ты так ты получаешь мудрость, так ты наполняешься мудростью, и так ты не будешь просто просить оттуда отсюда, когда апостол упрекал христиан, что они просят для вожделений. Представляете, много христиан даже просят у Господа вещи, которые им во вред. Иван, да, он говорит: Иван. Представляете? Потому что они не знают Писания и начинают у Господа просить разные вещи, которые тебе приносят во вред. Это могут быть и ночная и материальная, это может быть, и также может быть кто-то просит мужа, кто-то жену и уже там ропчет на Господа, да когда ты мне Господь дашь жену, да когда ты мне Господь дашь мужа, мне уже 35 лет, когда я еще рожу? Если у тебя до сих пор этого нету, радуйся и благодари Господа, что Бог пока тебя удерживает. Там же написано, например, знаете, апостол Павел сказал: Мне вожаль, вы, вы будете те, которые женятся. Говорит, мне вожаль, вы будете иметь страдания по плоти. А на самом деле это так и есть. Когда ты выходишь замуж, приходишь, муж у тебя, ты его совсем не знаешь, начинаешь знакомиться, притырки начинаются какие-то непонимания, скандалы, и ты должна уступать, промолчать, эгоизм выплескивает, а ты тут должна смириться, промолчать. Вот это и есть страдание по плоти, о котором апостол Павел говорил. Поэтому, если у тебя сегодня нету мужа или жены, не отчаивайся, радуйся, что ты сейчас можешь не страдать по плоти, потому что мы знаем, что люди все разные. Вот. Не бывает, чтобы вот тебе пришла жена полностью, как ангел с неба, который молчит, нигде тебе замечания не скажет. Или вот ты получила мужа ангела с неба, который будет молчать и все делать, как ты хочешь. Так не будет. Мы знаем, что мы люди, у нас есть характер, где-то необузданный, где-то мы не знаем духовное наше состояние, может быть, мы можем думать, что мы там духовно взрослые, но, может быть, мы проявляем вот это младенчество, когда мы за злом можем воздать злом, за ругательство ругательством. Вот такие конфликты начинаются в семьях. Поэтому, если у тебя сегодня этого нету, молись, когда ты будешь готова, Бог тебе даст. Мужа или жену. Аминь. Понимаете, не просто вот я у тебя уже прошу то, то, то. Знаете, я тоже много что просила у Господа разное. Много что Он мне дал, есть вещи, которые я еще прошу. Пока их не получила, он мне обещал, даст. Если он до сих пор не дал, значит, на то есть у него хорошие причины. Он это минь. Возможно, я это получу и успокоюсь. И, возможно, может быть, что-то потом начну Господу говорить. Не надо, Господь, да мне вот тут хорошо. Но я молю, чтобы всегда была его воля. «Да будет твоя воля, говори Господу, а не моя». Отец, да будет твоя воля, а не моя, мне сразу трясет. Слава тебе, когда что-то я ему говорю, ему нравится, он меня начинает трясти. Это я вам говорю, те, которые не знают, думают, почему я ее там трясет. Это меня трясет Дух Святой, его огнем. Он прикасается реально, и мое тело не выдерживает его прикосновений. Он потрясает, еще, говорит, потрясу землю. Вот я вам как знамение, Он меня потрясает. Ну не только меня, но я знаю, многих трясет. Когда служение было там а в Киеве, проводил Господь через меня. Он там многих и тряс, и они там вообще были пьяны в Духе Святом. Слава тебе, Господь! Это классно его переживать. Поэтому там в Иоанна 16 главе Дух Святой учит, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенная. Знаете, это не то, что мы там не радуемся, да, мы радуемся, но как маленькие дети, когда ребенку, он у тебя просит какую-то машинку, мама, купи, купи, а ты говоришь, да, потом, 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 и он, знаете, просит, ожидает, ожидает, и долго он ее ожидает. И потом раз мама купила, и он такой радостный, он переживает радость от того, что мама его любит, и купила ему наконец-то игрушку. Знаете, вот так у нас с Богом. Когда мы просим Бога, Он не просто вот не хочет нам это сразу дать. Из моих отношений с Господом я поняла, Он не дает, не дает мне сразу те вещи, которые я не готова. Он это минь Он дает те вещи мне, но ну, не только вещи. Я имею в виду не, не просто вещи, а какие-то ситуации, о чем-то я прошу, Он не дает мне то, к чему я не готова. Знаете, Он мне дает то, что я готова сейчас понять, принять и получить. Поэтому, если у тебя что-то сейчас нету, спасибо тебе, Господь. Знаете, вот я сейчас его слушаю и сама назидаюсь. Я слушаю, сама назидаюсь, я знаю, что придет время. Он сказал, мое время для всякой вещи. Знаете, он все дает в нужное и правильное время. Это будет самое благословенное время в твоей жизни, когда ты просишь и получишь в нужное время ты получишь. Аминь. Потому что если он сегодня тебе даст, ты можешь как тот ребенок, знаете, детям дашь какую-то игрушку, они ее сразу вот немножечко поддержат и вышвырнут, поломают, выкинут. Постарше дети, у них ум другой, они будут ценить этот подарок, могут хранить, играть. Знаете, постарше дети так не ломают игрушки, как маленькие дети он будет, возможно, ты там, может быть, ему подарил какой-то, ну, скажем, планшет, компьютер, он же не бросит, будет начинать его ломать. А если маленькому дашь, например, тот же компьютер или планшет, он его сразу поломает, потому что у него такой разум, он младенец. А если старшему ребенку, уж там, там ребенку 12 лет, дашь ему там планшет, он не будет сидеть и на, и, и на нем, говорится, ломать его там каким-то молотком или еще что-то, или грызть его. Понимаете? Он будет там играть, оберегать, чтобы ну, не поломался, не сломался. Вот так Бог относится и к нам. Если он тебе сегодня даст мужа или жену, или ребенка, ты можешь сломать это ценное, эту семью, душу. Понимаете? Если у тебя что-то сегодня нету, это потому что ты не готов получить это а не то, что вот я прошу, прошу, Господь, я уже тебе 10 лет прошу, а ты мне до сих пор этого не дал. Слава тебе, Господь, что ты до сих пор мне это не дал. Значит, я еще не готова, а когда буду готова, он мне это даст. В правильное время тогда я не поколочу, например, этого человека, или, может быть, это вещь, может быть, ты просишь что-то такое существенное, материальное, мы знаем прекрасно, что в Писании написано, что корень всех зол – серебролюбие. И оттуда начинаются все проблемы, когда у нас любовь к деньгам. Мы начинаем стараться еще одну работу, вторую, десятую, пятую, и думаем, что от этого побольше денег заработаешь и побольше себе что-то купишь. Поэтому ты можешь получить, как говорится, идола в сердце. Но когда ты просишь у Господа во благо, не просто Господь дай мне заработать денег, чтобы я еще машину купил, еще круче купил квартиру, еще вторую, десятую, естественно, ты видишь, он тебе не даст этого. Ты не готовый. Он тебе, если даст, ты развратишься, упадешь. Он не это минь. Поэтому, драгоценный друг, проси у Бога. По воле его, знаешь, мы можем много наговорить, но лучше скажи, Господь, да будет все по твоей воле, да будет как ты хочешь, в нужное, правильное время. Да, мы, может быть, хотим, знаете, я вам честно, откровенно хочу сказать, и Бог это знает. Я бы, например, хотела бы вот что сейчас я имею, или вот как я вот сейчас живу, я бы хотела бы это раньше иметь. Честно вам хочу сказать, я бы хотела это раньше иметь, но, возможно, если бы он бы мне раньше это давал, я бы точно приткнулась, обольстилась. Поэтому он меня готовил, проводил через разные трудности, испытания, чтобы ввести меня. И я могла сейчас это взять, и мое сердце не прилеплено к этим вещам и к деньгам. Аминь. Потому что он отлепил мое сердце от вещей, от денег, от людей, потому что знаете, есть корень всех а, зол серебролюбия. Но также еще в Писании написано, вот это три, знаете, есть похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, там, где в основном люди притыкаются. Понимаете, и хорошо люди, Богу молиться об этом. Господь, освободи меня от похоти очей, похоти плоти, гордости житейской. Вы можете с Духом Святым поговорить, заглянуть в свое сердце, посмотреть, что ты сегодня просишь, из-за похоти твоих очей, из-за похоти плоти, и за гордости житейской. Если ты просишь в этих, как говорится, параграфах, то ты этого не получишь. Он говорит, аминь. Лучше проси, да будет твоя воля, да будет так, как ты хочешь. Аминь. Знаете, это все так же для меня. Вот что он сейчас учит, говорит. Это все так же для меня. Я понимаю от Господа. Знаете, он мне такие вещи говорит. Москва, говорит, не сразу строилась. Я когда быстро что-то хочу, он говорит, Москва не сразу строилась. Знаете, потихоньку. Все придет в правильное время потихоньку, когда ты будешь готовый. Аминь. Слава тебе, Господь. Поэтому Дух Святой говорит, просите, получите, чтобы радость ваша была совершенная. Вот так малое дитё радуется, когда ему дают подарок в нужное правильное время. Родители знают, когда какой подарок подарить. Слава тебе, Господь, они ему не подарят какую-то гранату, они подарят ему какую-то игрушку, да? Так же отец, он тебе не даст то, что ты можешь, тебя взорвать, ну, сейчас это духовно хочу тебе сказать, то, что тебя поломает, то, что тебя просто убьет, уничтожит. Он даст в нужное время. Знаете, сколько а, торопилок, сестер, которые выскочили замуж за, за мирских, и что сделали? Эти мирские мужья их убили. Убили как? духовно их поубивали. Они уже перестали Богу верить, перестали в церковь ходить и просто разбитые, потому что они поспешили выйти замуж. А когда Бог сказал, что общего у тьмы со светом, ничего. Поэтому, если ты сегодня собираешься за какого-то мирского замуж, оставь эту затею, оставь. Лучше скажи, Господь, дай мне мужа из твоих благословенных сыновей, которые сильно любят тебя, духовно взрослого, он тебе даст. Если ты что сегодня хочешь делать, не делай, пойду сейчас, знаете, на пролом, есть верующие, идут на пролом, не спрашивают Господа, не молятся, он говорит, 90% так делают. А потом, знаете, когда притыкаются, когда у них начинаются проблемы, они говорят, они тогда начинают молиться, знаете, от безвыходной ситуации. Они начинают звать Господу, когда тебе нужно прежде, чем что-то ты зател в своем сердце, в голове, прежде приди и скажи, Господь, если это тебя, то или иное, что ты там хочешь сделать своей жизнью, возможно, это переезд или работа, или что-то ты хочешь купить, иди с первого Бога, спроси, Господь, вот это мне надо. Я хочу, Господь, купить машину, у меня нету денег. Пойду кредит возьму. Это уже не от Бога. Это уже не от Бога. Ты должен быть мудрый. Когда Бог дает обеспечение, Он тебе не пошлет в банк за кредитами. Если ты сегодня не можешь машину купить, не иди за кредитами. Она тебе сейчас не нужна. Проси Господа, Господь, благослови меня дай мне работу, чтобы я мог заработать и купить машину. Аминь, он мне говорит. Знаете, Бог может чудесно, у меня дома появлялись деньги. У меня дома появлялись, Бог может чудесно через других даже братьев и сестер тебе благословлять. Не то, что ты пойдешь у них просить у этих братьев и сестер, нет. Он сам тебе скажет, знаете, я вот живой свидетель, он мне дает финансы, и через меня много дают другим. Говорит, дай тому столько, тому столько, тому столько. Он говорит, и я даю. Его деньги. Эти братья и сестры не заработали эти деньги. Он им просто дает как подарок, как и мне. Я тоже не заработала ничего. Он мне дает как подарок финансы. И мне сам говорит, давать другим подарки. Понимаете? Вот так он делает. Поэтому лучше попрошу Господа, тебе нужна машина. Скажи, Господь, я никакие кредиты не пойду брать. Ты мне дай машину. Мне нужен дом. Господь, ты мне дай. Знаете, как плохо? Всю жизнь проработал, чтобы заработать дом, например, финансы, заработать для дома. Пойдешь там какие-то кредиты брать. Это все потом сгорит. Знаете, все будет на земле сожжено. Поэтому скажи, Господь, лучше ты мне подари, чем семь потов своих тратить и зарабатывать деньги на квартиру. Скажи, Господь, ты мне подари дом. Понимаете, не надо бежать и брать кредит, чтобы купить квартиру. И потом всю жизнь горбать 15-20 лет и платить за эту квартиру. Лучше скажи, ты мне подари дом просто так. И мне говорит, аминь. Это нужно, если тебе это нужно. Понимаете, он не против. Это богу угодно, чтобы у вас было свое жилье. Богу угодно, чтобы у тебя была машина. Это нормально в наше время иметь машину. Это не просто роскошь. Это средство передвижения. Потому что мы видим, сегодня везде нужно ездить. Я здесь, в Германии, вообще это машина. Это очень, ну, ну, вот не знаю, как в других, но здесь, а, а, вы знаете. Я еще даже не знаю, весь этот город, вообще ничего не знаю, но на машине, когда ты, это тебе, говорится, развязывает руки, что ты можешь и туда поехать, и в магазин поехать, здесь тоже большие расстояния, даже пойдешь в один супер, нужно все тащить домой. Мы сейчас, э, э, Бог вот, э, сын мой старший приедет, он им привезет свою машину, он хочет ее подарить, и у нас будет теперь своя машина, слава тебе, Господь, за это». И мы пользовались, до этого нам давал брат Виктор свою машину, но сейчас мы ее вернули. И вот знаете, Супермара ходили уже пешком, тащили эти сумки, сыновья тащили. А хорошо, когда на своей машине пошел, затарился и пришел домой. Поэтому проси у Господа и получите. Слава тебе, Господь! Это когда ты просишь не на вожделение вожделение, может быть, некоторые не знают, что это такое, это похоть. Когда у тебя, например, есть машина, но ты увидел у какого-то брата Мерседес, новый и ты начинаешь господи я хочу еще лучше круче мерседес от зависти понимаете или ты может быть кто-то там имеет какую-то квартиру купил а у тебя там однокомнатная ну а ты видишь и начинаешь роптать Почему у меня там а, скворечника, у того целый фазенда. Ты лучше приди и скажи, Господь, помоги мне, драгоценный, служить вот этой маленькой коробкой твоей. Ты можешь ее сдать в съем, продать и дай мне деньги, чтобы я купилась, знаете, чтобы все было честно. Честно. Надо Богу всегда честно все говорить. Если ты живешь в маленькой квартире и хочешь больше квартиру, помоги, скажи Господь, ее продать и помо... дай нам финансы, чтобы мы купили большую квартиру. Если у тебя нету квартиры, проси у Господа. Понимаете, он сделает чудо, он чудесный. Я прошу у него и получу. Слава тебе, Господь. Прошу и получу. Аминь. Слава тебе, Господь. Я прошу Господа, себе квартиру, чтобы он мне подарил мне личную для меня квартиру, ну, для сыновей тоже, что подарил в их время, когда он посчитает нужным. Спасибо, он, он мне обещал, это все сделает. Я это все получаю верою. У меня нету сейчас квартиры, у меня ее никогда не было. Была, немного, была небольшой кусок земли, который я тоже отдала. Он мне сказал, отдать, все отдать. Все отдала, раздала с Божьей помощью. И сейчас Он и все сам покупает, как Он хочет. Спасибо тебе, Иисус. Слава тебе, Господь. Поэтому проси и получи, чтобы радость твоя была совершенно. Знаете, у меня не будет радость такой, что вот у меня будет квартира. Моя радость это Иисус. Моя радость с Ним встречаться. Моя радость им наслаждаться. Знаете, у каждого своя радость. И вот моя радость его переживать, с ним быть, восхищаться им, ему служить. Для меня это моя радость. Слава тебе, Господь. Он моя радость. И я благодарю Господа все, что нужно, Он даст в нужное и правильное время. Это все Он произвел во мне. Я такой не была. Знаете, это все Дух Святой сделал во мне, Он меня изменил, научил, что Ему нравится. Поэтому Он тебе говорит сегодня, пребывай в Нем, читай Писание, чтобы узнать, что Богу нравится, чтобы узнать Божью волю, чтобы ты получил, что просишь. Пусть секрету. И не роптал на Господа, думая, что Бог, а Он меня не слышит, Он других слышит, а меня не слышит. Нет, Он тебя слышит. И опять-таки я возвращаюсь к тому, что Дух Святой говорит, что мы много просим у Бога неугодное. Мы просим много у Господа, что во вред нам. Мы думаем, ой, это мне сейчас во благо, но ты потом увидишь, если тебе Господь бы дал это, ты бы увидел, ты бы приткнулся, ты бы на этом сам бы упал, и, возможно, и других еще бы точно так же завалил. Понимаете, это духовные вещи. Поэтому спасибо Господу, что Он нам, как Его детям, не дает те вещи, от которых мы можем приткнуться, упасть, отпасть. Спасибо Господу, что Он нас хранит, как Отец хранит своего ребенка от ямы, от пропасти. Аминь. Слава тебе, Господь. Поэтому, когда ты будешь читать Писание, ты будешь мудрый. Ты уже не будешь у Бога просить, как малые дети, все подряд. Он, ты будешь просить согласно с Его Словом. Ты увидишь, что Богу нравится, а что не нравится. И ты будешь просить согласно с Его Словом. И тогда исполнится Иоанна 15 глава, где Иисус говорил, кто пребывает в нем, все, о чем будешь просить, получишь. Представляете, в Марка 16 он говорит, просите во имя мое, и все вы получите. Но главою прежде, в 15 он там сказал точно вот эти ключевые слова, секретные слова. Когда ты пребываешь в нем, то, то что, о чем будешь его просить, получишь. Потому что когда ты пребываешь в нем, ты уже четко знаешь, это Богу не нравится. Ты уже не будешь такое просить. А вот это Богу нравится. Ты будешь такое просить и точно получишь. У меня это минь. Слава тебе, Господь, что вы поняли, драгоценные, что вы поняли, и некоторые говорят, я молюсь, и моя молитва идет до потолка и обратно. Твоя молитва не идет до потолка и обратно. У тебя в голове только сейчас ветер, он мне говорит. Ветер, который тебя то туда, то сюда мотает. Понимаете? А не то, что Бог мои молитвы не слышит, поэтому мне ничего не отвечает. Тебе нужно услышать самого Бога через Его Слово. И ты увидишь, что ты просил всякую ерунду. И свое внимание акцентировал на всякую ерунду в этой своей жизни, добиваясь цели, которые тебя будут губить, добиваясь чего-то, что принесет вред тебе. А когда ты пребываешь в нем, читая Писание, мы пребываем в нем, ты видишь, вот оно что. Почему я это не получил? Спасибо, Господь, что ты предохранил меня от падений. Спасибо тебе, Господь. Понимаете, а не то, что Бог тебе не хочет это дать. Он тебе может все дать, но это все тебе может повредить. Он это минь. Поэтому он тебе сегодня дает то, от чего ты не пострадаешь. Как родитель предохраняет своего ребенка, он нас предохраняет. И когда вот я сейчас, как живу я вам еще раз говорю, если бы у вас если точно я хочу сказать от Духа Святого, если бы у меня бы раньше вот было бы вот так, я бы точно приткнулась. У меня это Я не была готова, была прилиплена, прилиплена к людям, к их мнению, была прилиплена к каждой вещи, к финансам. Бог меня отрезал, отрубил, отлепил от всего этого, отлепляю, говорит. Спасибо, Господь. Да, он еще отлепляет. И я еще бываю с ним спорю. Слава Богу, что долго уговаривать. Он говорит, не приходится. Знаете, я бываю, ему говорю, Господь, не надо, не надо. Он мне что-то говорит, возьми. Я ему говорю, нет, не надо. Я благодарю, что он меня отлепляет. Он меня сегодня так хорошо отлепил. Я говорю, Господь, как это ты так сделал? Если бы на самом деле он бы мне говорил. В другое время вот возьми то и то, я бы начала ему говорить, Господь, не надо, не надо, знаете, вот так. Но он мне сегодня так сделал, во банк говорит, обошел и сделал, как он захотел. Я так благодарна Господу за это, знаете. Спасибо Господу. И знаете, я часто слышу от него, говорит, ты почему экономишь мои деньги? На самом деле я экономлю его деньги и каюсь. Ты почему экономишь деньги Иисуса Христа? Знаете, это живой финансы. Мы начинаем что-то не хотеть себе, что-то взять, куда-то, может быть, бываем, что-то возьмем, что во вред. А что хорошее, которое он хочет купить? Ты начинаешь: да не надо, Господь, не надо. Знаете, я часто экономлю его деньги. И вот так вот слышу. Я не хочу так больше делать. Ищу что подешевле. А он не хочет этого. Знаете, он мне дает финансы свободно. И не хочет, чтобы мы ходили, как искали, где подешевле, похуже, качество. Он мне говорит, аминь. Понимаете, Бог не такой. Он щедрый, любящий. И его деньги не надо экономить. Когда он тебе дает, и говорит, что-то взять, значит бери. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Если где надо что-то э, помудрее взять, Он тебе покажет. И, знаете, чтобы вы поняли, вот даже если что-то ты покупаешь, есть вещи, которые на самом деле, они не стоят этого. На самом деле цены сильно большие. Потому что это от этот мир. Они, знаете, все ищут, где украсть, убить и погубить. Украсть. Поэтому, когда ты с Духом Святым, он тебе покажет правильные цены. Я бываю, Бога, спрашиваю. Вот знаете, например, вот даже вам пример: одна юбка может быть какая-то брендовая. Я как-то см смотрела какие-то вещи, думала: Господь, это вообще-то реально, чтобы там, например, за какую-то юбку отдать 5000 евро за какое-то платье, пять тысяч евро. Вот представьте, Господь, я говорю, это стоит столько? Он говорит, нет. Она говорит: 10 евро не стоит. Она, говорит, 10 евро не стоит. Представляете? Вот. Я говорю, вот что этот мир! Вот что этот мир, это их, их менталитет. Вот. И, и ты можешь, например, лучше вещь купить за те же там, скажем, 50 евро. Представляете? Вот Бог как дает тебе мудрость. Слава тебе, Господь! аллилуйя я тебя люблю, Дух Святой, ты лучший, крутой, славный, великий Бог. Есть вещи, которые люди ценят, но они, они дрянь, Он мне говорит. И когда ты ценишь Бога, Он тебе дает мудрость и, и показывает, где правильный, нормальный, возможно, есть хороший товар, правильный товар, и цена его правильная. И в основном Он не так делает, знаете а не просто сказать, вот это сейчас бренд давай, ты пойдешь там какие-то там ему отдавать тысячи евро или еще что-то, что чтобы потом кто-то там вот там рисануть, он говорит. Так и многие говорят, делают. Не нужно быть, знаете, а, как этот мир думает. Потому что Бог сказал... Чтобы мы сторонились от мира, потому что кто становится другом этому миру, становится врагом Богу, другом этому миру, становиться, это все думать и делать, как люди этого мира. А мы не от мира всего. Понимаете? Поэтому лучше будет с другом, Духом Святым, Он тебе покажет и правильную вещь, если ты что-то хочешь купить, молись он тебе и машину покажет. Вот я молилась, я просила Господа, чтобы там машину мы купили для сыновей. Вот, то есть сын решил подарить его машину. Слава тебе, Господь! Или дом, квартиру, или, может быть, одежду. Проси Господа, он тебе даст лучшее. Аминь. Он тебя поведет в лучшее, хорошего качества. Хорошее качество одежды, она не должна стоить 5000 евро. Не думайте, то хорошего качества одежда должна там тысячу евро стоить. Нет. Часто, в основном, хорошего качества, она это средняя цена, может, там 50, 100 евро. Знаете, они а, а не, 500 евро или 600. Вот, чтобы знали. Это Дух Святой учит нас. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя, слава, слава, слава тебе, Иисус, профашок, ребе, санто. Слава тебе, Господь, Дух Святой, я тебя люблю, люблю, люблю. У меня были какие-то вопросы, вот Дух Святой мне сейчас напоминает, насчет питания. Я обещала Духа Святого, еще когда была в Греции, что сделаю с Божьей помощью такую передачу насчет питания. Знаете, в интернете давно много информации, разные, еще мы со школьных скамей, Читали, как правильно питаться. Но все написано давно в Писании. Первое, какое питание? Это духовное. Должно быть каждый день. Питайся духовно каждый день. Писание читай. Это хлеб. Пей воду живую. Это Писание. Когда ты будешь Писание читать, питаться каждый день, твой дух питать, тогда и тело ты научишься правильно. Питаться, потому что в Писании давно Бог научил, как правильно питаться. Вы можете посмотреть, как питались люди, верующие христиане. Это была простая еда. В то время не было кока-кол, в то время не было таких сахар, как сейчас, в то время были фрукты, овощи, все было биологическое, все было вот, ну то, что произвел наш Господь с огорода, вот так ели. Это была простая еда, не такие, как сейчас всякая обработка, такая обработка, вот такая обработка полуфабрикаты. Нет, в то время так не питались. Поэтому ты можешь начать питаться вот то тем питанием, которое дал Господь: сырые овощи, фрукты, вареные овощи, фрукты, печеные овощи, фрукты. Как ты хочешь, тушеные, жареные, жареные не на сковородке лучше, в духовке, пожалуйста, жарь. Мясо точно так же, тушеное, вареное, печеное, пожалуйста. Исключи то, что сотворили люди. Он это минь, Исключи своего рациона. Узнаем, сахар сотворил человек, это химическая там реакция, она там что вырабатывается оттуда, отсюда, с тростника, со свеклы, уже из только уже могут не выработать. Посмотрите разные вот эти всякие напитки, всякие консерванты какие-то там, консервы всякие, это все не нужно, не нужно, не нужно. Питайтесь фруктами, овощами сезонные, он мне говорит, это лучше. Сезонные по сезону. Аминь. По твоему климату, по той стране, где ты живешь. Знаете, вот я бываю, вот покупаю помидоры, но они такие невкусные. Вот зимой помидоры невкусные. Ну, мне нравится, я покупаю, но это не сезонная еда. И сейчас они как-то не очень-то идут, но я там их фарширую делаю в духовке. Будет такая передача от Духа Святого о питании. Спасибо Господу. Поэтому вот те, которые ждут вот эту передачу о питании, я вам хочу сказать, исключите все, что сотворил человек. У меня говорит аминь. Мы знаем там вот сахара, сахар там всякие, что мука точно так же. Это не та мука, которая то время мололи. Она сегодня напичкана всякими химикатами, он мне говорит. Понимаете? Можете вот эту муку, которая цельнозерновая, вот это нормально, он мне говорит, мука использовать. Я покупаю там, вы знаете, даже зернышками кушаю, такой черный хлеб, он вкусный, в Германии есть этот хлеб. Слава тебе, Господь! Поэтому кушайте овощи, фрукты, мясо, тушеное, печеное, вареное. Аминь, он мне говорит. Я тебя люблю, скрытый. Соки тоже не вот эти магазинные, если ты хочешь соки. А вообще я вам даже скажу, он мне вообще сказал, соки не надо выжимать. Возьми фрукту, съешь, потому что в соке нету клетчатки, а вот она нужная для твоего кишечника. Поэтому лучше соки не пей, а съешь сам этот фрукт. Ну, если там у тебя зубами какие-то там проблемы, можно в блендере помолоть и пюре фруктовое покушать. И будет там и клетчатка, и все. Слава тебе, Господь! Это вам Дух Святой вот говорит сейчас от, через меня. Будет такое послание, но попозже, потому что некоторые мне уже писали, спрашивали. Я вам еще раз говорю, в медицине Медицина от Господа, чтобы вы знали. Давно уже есть куча статей, написаний, как питаться. Но сам, если ты хочешь углубиться в писание, ты посмотришь, как питались люди, как Бог учил, что полезно, а что не полезно. В написано, мы видим, там они ели фрукты, овощи, у них была простая еда. Пекли, варили. Знаете, я много рецептов, он мне показывает, как... Е я вместе с ним варю, готовлю. Я больше всего все делаю в духовке. В Греции он мне говорит, это говорит, правильно там питаются. Больше всего мы там готовили в духовке. Я в основном больше всего готовлю все в духовке и вам советую. Это очень вкусно. Я забыла практически, я вообще не жарю очень редко, вообще что-то, чтобы я жарила на сковородке. Знаете, это когда там яичница, вот так. А в основном все делаю в духовке. И если там отварю, там детям макароны, вот там сосиски какие-то отварю, если они захотят. Вот так. Но в основном все я в духовке готовлю. И вам советую. В духовке все можно варить. Очень вкусно. Слава тебе, ну, суп-суп сварила так в, ка в кастрюле это другое дело. Но все, вот второе, в основном мы, моя семья, больше мы второй, вторые блюда питаемся. В Греции так принято. Там супы, это все редко мы ели. Только зимой какие-то там, фас фасолевые супы, вот такой, знаете. Поэтому питайся, меньше масла у год употребляете сливочное масло чуть-чуть оливковое масло очень полезно но его нужно чайную ложечку не пол литра наливать также какое там масло подсолнечное если ты хочешь сейчас скидывать килограммы вообще его исключи потому что оно очень сильно калорийная чуть-чуть чайную пол чайной ложечки, если ты хочешь скидывать килограммы, пол чайной ложечки оливкового масла, оно недорогое, если ты его бутылку купишь, то оно тебе на год, может даже полтора хватить, если ты будешь по чуть-чуть его употреблять. Аминь. Но это вам так немножко сейчас от духа Святого для тех, которые слушали, так хотели за питание, меня спрашивали уже сегодня Госп... Господу сказал, когда он сказал, я тебе скажу, когда мы сделаем такое онлайн вещание. Про питание вы можете потом записывать. И рецепты я вам скажу, которые он мне сам учит. Рецепты говорит, я с ним вообще варю, с ним все покупаю. Он мне говорит, рецепты всегда все вкусно. Очень вкусные эти рецепты. И также сладости можно делать. Все вкусное, простые. Не нужно туда ни сахара, ничего, есть мед, можно чуть-чуть мед ложить. Спасибо тебе, Иисус, хвала тебе. А, да, будем закругляться. Я сейчас хочу помолиться к Господу, он будет будем, говорит, закругляться. А, знаете, я хочу просто поблагодарить Бога за его милость, за его любовь, за то, что он реально живой, любящий, благой. Он мое счастье, Он мою радость. Иисус, я просто Тебя от всего сердца славлю и благодарю. Спасибо, что Ты спас меня. Спасибо, что Ты умер за меня и воскрес на третий день для моего оправдания. Я на самом деле самый счастливый человек на планете Земля. Я так себе чувствую, я так говорю. Знаете, это счастье, что Бог пришел в мою жизнь. Это счастье, что Он меня спас что он мне открылся. Это счастье, что я с ним живу, что я его переживаю, общаюсь с ним реально, слышу его реально. Представляете, я счастливый человек, что я сама с Богом общаюсь, реально его слышу. Это лишило, Бог меня лишил массы проблем. Я хочу вам сказать, полностью меня лишил кучи проблем. Когда ты вот так слышишь его ты лишена ошибок, ты лишена преткновений, потому что он хранит тебя, хранит. Поэтому, читая Писание, без чтения Писания ты не научишься слышать голос Господа. Ты перестанешь делать массу ненужных вещей и ошибок. Ты увидишь, как ты будешь мудрый, как ты будешь поступать благоразумно, мудро, как куча Проблемы исчезнут из твоей жизни, потому что ты будешь послушен Господу и уже будешь выбирать благое, выбирать то, что Бог говорит, а не то, что твоя плоть думает, или какой-то там, может быть, твой муж, твой муж или жена что-то тебе советуют, или твои родители. А когда ты будешь смотреть, а Бог вот что говорит, я выберу, что Бог говорит. Он говорит, аминь. Всегда выбирай то, что Бог говорит. А как ты будешь знать, что Бог говорит, если ты Писание не открываешь? И там открою, может быть, один раз почитаю когда-то, или там раз в неделю. Ой, я так устала, целый день работала, когда мне нет времени открыть Библию. У тебя есть время, если ты держишь смартфон и ковыряешься в своем телефоне, что-то там смотришь, какое-то видео или еще, у тебя есть время Почитай даже хоть одну главу в день читай. Умеет аминь. Хоть одну я сама Господу говорю, Господь, пожалуйста. Знаете, ты можешь Бога попросить, сказать, Господь, помоги мне каждый день читать Твое Писание. Я ему так говорю. Да, я человек, могу забыть. Я могу забыть. Суета туда-сюда, то надо сделать, вот это сделать, вот то, вот то. Я как человек могу забывать, и вы точно так же. Но если ты его попросишь, помоги мне, Господь. Каждый день читать Твое Писание, Он вам поможет, Он мне помогает. Спасибо за это, Господу. И вы посмотрите, как вы будете меняться. И вы, я вам советую, выбирать то, что Бог говорит, чтобы радость ваша была совершенная. Потому что ты начнешь просить то, что угодно Богу, и получать это. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо тебе, славный Иисус. На самом деле, я, что прошу Господа, получаю. Омегатаминь. Еще есть вещи, ожидаю. Он мне обещал, что я их получу. Спасибо тебе, Господь. И у каждого в сердце свои ожидания, свои просьбы. Пусть Бог сегодня устроит все в твоей жизни. Пусть Бог сегодня прикоснется по-особенному к тебе, откроет глаза там, где было закрыто, там, где ты не понимал, почему это у меня нету или того нету. Открой твои уши, чтобы ты услышал голос его и понял в своей жизни, почему в твоей жизни то или то происходит. Почему в твоей жизни ты увидишь, когда будешь читать Писание, ты увидишь, да, я вот тут так поступала неправильно, поэтому в моей жизни я это не увидела. А вот тут я вроде бы правильно поступила, поэтому я это получила. Но метамин, а не то, что Бог не хочет тебе дать. Он хочет тебе дать. Ты не готовый. Ты не готовый ты даже не знаешь, как с этим потом справиться. Вот он мне напоминает, есть сестры, которые вот так выскочили замуж, а потом Богу, знаете, что говорит, Господь, зачем ты мне дал такого мужа? Они думали, что это им Господь дал. Они не читали Писание, что Господь давно сказал, что общего у тьмы со светом. Она пошла, выскочила за мирского и думала, я молюсь, муж, муж, он и сатана ей прислал какого-то мирского, она думает, это ей Господь прислал. Да Господь давно сказал в Писании, открой Писание, почитай. Знаете, Бог хочет, чтобы его дети знали его. Не просто Аллилуйя, а чтобы ты открыла Писание, узнала мнение Бога. Мнение Отца написано в Божьем Слове. И чтобы ты уважала Бога, исполняла то, что Он учит. Тогда ты будешь поступать умно, благоразумно. Иисус Навини, первая глава, об этом написано. Моисей передавал Иисусу Навину. Бог сам учил Моисея. Моисей учил других. Иисус Навин там было написано об этом. Вы прочитайте первая глава. Да не отходит книга закона сия. Ну, поучайся в ней день и ночь, чтобы что? Поступать благоразумно. Понимаете, да Бог уже давно сказал, поучайся в Писании, день и ночь, и ты будешь поступать благоразумно, и ты потом... Когда придет какой-то очередной жених мирской, будет говорить, лапочка, я тебя люблю, моя девочка, моя красавица, давай женимся. Он тебе лапшу на уши вот так навешал, и ты, о, все, он меня любит. Такие сладкие слова мне никто никогда не говорил. И побежала замуж. И он тебе потом, а измены, наркотики, алкоголь, и ты вся в слезах, тут еще беременная. Я же молилась, Господь, ты же мне что такого мужа дал? Так ты бы нам был открыт Писание, там Бог давно сказал, что общего у тьмы со светом ничего. Не впрягайтесь в одно ермо, написано, с неверными. Бог давно сказал, он против таких браков. Тебе надо было говорить, Господь, дай мне мужа из твоих благословенных сыновей, которые любят Иисуса Христа, духовно взрослые. Это важно для женщины, чтобы ее муж был духовно взрослый, потому что муж – глава семьи, а не женщина. Понимаете? А тут ты еще за мирского вышла замуж, который вообще никто, ноль, духовный. А если за младенца выйдешь замуж, ты, ты, должна понимать, что он как глава семьи, ты будешь много с ним проходить мук. Пока он станет духовно взрослый, он будет тебя, может быть, обижать, угнетать. Знаете? Вот. Поэтому ты, сестра, тебя от Духа Святого совет. Просю Господа, дай мне мужа из твоих благословенных сыновей, которые духовно взрослые. Аминь и посмотришь, Бог тебе даст, и радость твоя будет совершенно. И мужчины, и братья, точно так же ты можешь просить у Господа жену, которая духовно взрослая, чтобы не была какая-то истеричка, младенец. Понимаете? И для брата тоже нужно, чтобы жена у него была духовно взрослая девушка. Духовно взрослая – это не обязательно ей 60 лет. Духовно взрослая это духовно взрослый, дух, взрослая. Это измененный характер, это покладистая, кроткая, смиренная девушка. Это духовно взрослая, которая похожа на Иисуса Христа. Он сказал, я кроток и смирен, научитесь от меня. Это духовно взрослый, а не просто там духовно взрослая сейчас я должна какой-то бабушке ждать, когда она станет духовно взрослая. Нет, Духовное взросление – это духовный возраст. Это измененный полностью характер, характер Иисуса Христа, кроткий, смиренный. Спасибо тебе, Иисус. Также, брат, духовно взрослый, это который не ищет своего. Это, знаете, 1 Коринфянам 13 глава, вы можете прочитать о любви. Это духовно взрослый человек, там характер самого Бога, вот который духовно взрослый человек, он поступает так, как там написано 1 Коринфянам 13 главе. Глава любви. Можете прочитать. И заглянуть, посмотреть. Я так поступаю? Там вы увидите, знаете, на самом деле эта глава, она, можно через эту главу заглянуть в себя. Я так делала. Я вот даже смотрю так, вот этот параграф я не исполняю, вот это я не делаю, вот это я не делаю, вот это, делаю, вот это вроде бы так у меня есть. Там ты увидишь, как ты, какая ты духовно взрослая или какой ты духовно взрослый. 1 Коринфянам 13 глава, прочитай. И посмотри, ты так поступаешь, там вот ты увидишь на самом деле твой духовный возраст. Дух Святой аминь. Слава Тебе, Господь! Я Тебя люблю! Это было сегодня хорошее Духа Святого учение. Э, наставление, назидания. Дух Святой, я тебя люблю, я сама сижу, слушаю, учусь, и внутри каюсь. <свят> Господь, прости. И мы сейчас помолимся, молитвой покаяния. Знаете, если ты сегодня слушал, Дух Святой тебя обличал, кайся. Скажи, Господь, я не хочу больше так делать. И знаете, для меня тоже было это как обличение, потому что я тоже хочу быстро-быстро что-то и у меня этого еще нету. Но я понимаю, что как я буду готова к Бога, я буду это иметь. То, что я прошу. <свес> Слава тебе, Господь. Просто открой свое сердце для Господа, Ты, который никогда не каялся. Мы сейчас помолимся за те, которые будут смотреть или смотрят, и даже не знают, что нужно покаяться. Да, надо покаяться. Иисус сам сказал, если не покаетесь, все так же умрете. Он сказал это ученикам, которые у него спрашивали, была беда в Иерусалиме, упала башня и подавила много людей, они умерли. И они пришли его, спрашивали, он сказал, вы что думаете, они самые там грешны были? Он говорит, но если не покаетесь, все так же погибнете. Поэтому сегодня при вот таких массовых болезней, эпидемии, о которых в Писании написано, что это последнее время, и так оно будет. Ты можешь сегодня не жить в страхе, не жить, а что будет со мною, попаду ли я на небо или нет, и вообще-то коронавирус мимо меня пройдет, или я там заболею, или еще что-то будет со мной, или с моими родными и близкими. Отдай свое сердце Господу, покайся. Понимаете? Потому что сегодня умирают те, чтобы вы знали, умирают те, которые не покаялись. Знаете это? Люди мирские, которые умирают при этих болезнях, это Божьи суды, я вам от Духа Святого говорю. Им был шанс покаяться, они не покаялись и умерли. Как Иисус сказал, если не покаетесь, все так же умрете. Поэтому ты сегодня слушаешь, не упускай твой шанс. Не упускай, этот Дух Святой тебя сейчас говорит, просто закрой свои глаза, открой свое сердце, скажи, Отец Небесный, я признаю себя грешником, я признаю, что живу, как хочу, прости мои грехи, я каюсь в них. Иисус, я верю, что ты умер на кресте за мои грехи беззакония и воскрес на третий день для моего оправдания. Прости меня, Иисус, войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем. Навсегда прошу Тебя, Господь, даруй мне Дух Твой Святой, крести меня Духом Твоим Святым, Огнем Духа Твоего Святого, со знамененных языков. Дух Святой, драгоценный Господь и Бог, войди в мое сердце прямо сейчас, наполни меня собою. Руководи мною, Бог. Хуша Шакраеса, напиши мое имя в книге жизни Твоей, Иисус. Я также прошу, благослови меня, исцели меня и духовно прямо сейчас. И эмоционально кому-то нужно, эмоциональное исцеление. И также, Господь, исцели меня материально и физически. Я прошу Тебя, Господь, и благодарю я отрекаюсь навсегда от сатаны. И я провозглашаю, что Иисус Христос мой Бог, Господь и Спаситель отныне во веки веков. Спасибо, Господь, что Ты спас меня, простил меня, исцелил меня. И я также прощаю все, кто меня обидел. Отец Небесный, я прощаю все, кто меня обидел верою, отпускаю всякую обиду. Говори, если на кого-то ты обижен, скажи, я прощаю своего отца, свою мать, я прощаю самого себя, я прощаю тебя, Бог, где обижался на тебя, роптал. Прощай, на кого бы это ни было, я прощаю, Господь, всякую обиду на людей. Именем Иисуса Христа я благодарю, что ты меня прямо сейчас простил, исцелил и освободил. Во имя Иисуса, аминь. Спасибо, Господь, что ты принял меня в свою семью. Во имя Иисуса Христа, аминь. Я даже сейчас, когда молилась, я видела, как цепи падали из рук. Спасибо Господу за это. И сейчас, когда ты отдал сердце Господу, ты теперь праведный. Теперь не надо говорить, прости меня, Иисус грешного. Ты теперь праведный, праведность Иисуса Христа. Ты можешь у Бога просить прощения, потому что как младенец ты можешь где-то ошибки делать, спотыкаться. Но ты можешь приходить к Господу. Я советую каждый день просить у Бога прощения. Потому что мы много грешим, согрешаем много. Поэтому скажи, Отец Небесный, прости мои грехи. Я каюсь в них. Последующие твои молитвы не надо говорить, Отец Небесный, и прости меня грешного. Это неправильно, это вразрез с Божьим Словом, когда ты говоришь «Прости меня, грешного», уже будучи рожденный свыше, ребенок Божий, ты говоришь: «Бог, я тебе не верю». Знаете это? Когда в Писании написано, что мы праведные, праведностью Иисуса Христа мы праведники, святые, слава тебе, Господь. Это первая молитва покаяния, когда человек не жил с Богом, он грешный, и он приходит и исповедует, что он грешник и жил без Бога. И Бог его принимает, прощает. Сейчас ты дитё Божие. Да, дитё может ошибаться, падает. Мы видим, маленькие дети поступают неправильно, родители любят, терпят их. Бог будет тебя взращивать, читая Библию. Молись о Господу своими словами. Он тебя поведет, молись, Господь, поведи меня в хорошую, живую церковь. Я советую идти в евангельские церкви евангельские, где читают Новый Завет, Библию читают, а не просто пойдешь какую-то католическую или православную, где только обряды, 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 больше ничего. Это мертвая религия, мертвые церкви, которые сами себя называют церкви. Когда они придут на небо, они будут очень удивлены. Знаете, я тоже раньше была православная, пока Бог мне, когда уже открыл глаза, слава тебе, Господь, спас меня, вывел, из этой тьмы. Читая Писание, увидишь, что Бог учит в Библии, то верь и делай. Аминь. Слава тебе, Бог! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! И ты, брат и сестра, которые давно верующие христиане, слава тебе, Господь, я тебя люблю. Ты можешь сегодня, если у тебя какие-то проблемы духовные, физические, ты можешь сказать, Отец Небесный, прости мои грехи, я каюсь в них. Я прощаю всех, кто меня обидел, возможно, у тебя там какие-то конфликты. Скажи, я прощаю своего мужа, жену, там, детей, брата, сестру, прощаю верою, прощаю саму себя. Тебя, Бог, прощаю, потому что дети Божии тоже ропщат на Бога, почему у меня того нет, этого нет. Это обиды на Господа, прости нас, Отец. Я каюсь в моих грехах. Исцели меня и духовно, и физически, и эмоционально. Знаете, нужно эмоционально тоже бросить Господа, потому что многие гневаются, их эмоции зашкаленные. Понимаете, а гнев Божий – это одно, а человеческий гнев, написано, не творит правды. Понимаете? Потому что мы начнем, когда гневаешься, ты начнешь так грешить. Поэтому некоторым нужно эмоциональное исцеление сказать, Господь, уравновесь меня, смири. Аминь. Слава тебе, Отец, слава тебе, Господь, спасибо тебе. Отец, прикоснись к Твоим детям, и Ты сказал в твоем слове, просите, получите, чтобы радость ваша была совершенная. И я сейчас прошу за всех твоих детей, дай им то, то, что будет им во благо прошу тебя, Бог, дай им то, что будет созидать, расти их духовно, дай им то, что принесет много прекрасных плодов во славу Твою. Я прошу тебя, Отец, также за свою семью я прошу об этом. Господь, прошу тебя, сладкий Дух Святой, моя радость и любовь исполни это прошение. Прошу тебя, знаете, и благодарю. Бог мне сейчас говорит, его мечты, его стремления, его желания, чтобы дети Его, мы были похожи на Иисуса Христа. Как мы становимся похожи на Иисуса Христа, когда читаем Писание и исполняем это? Исполняем Божью волю, Божьи заповеди. Потому что так в нас отражается Иисус Христос, когда мы... Поступаем, как Иисус Христос учит. Так нас пребывает Бог. Когда мы читаем Писание, исполняем то, что Бог учит, и исполняем Его заповеди, они не тяжкие, они наоборот радость приносят. Когда ты читаешь Писание и поступаешь так, как учит Бог, это говорит о том, что ты Бога знаешь и Бога любишь. Когда ты исполняешь Его заповеди с Ним вместе живя и поступая, как Он учит. Слава тебе, Господь! Хвала тебе, Бог! Поэтому помоги нам, Отец Небесный, читать Твое Слово каждый день. Помоги нам пребывать в Тебе каждый день, молясь Тебе. Знаете, молитва – это не просто какие-то религиозные потуги, акты. Молитва – это общение, это диалог. Как сейчас я с вами общалась, вот так с Богом общайся. Это есть молитва, это общение с Богом от сердца к сердцу, как своим отцом, своим, со своей бы матерью ты говорил, со своим бы мужем, или, со, своей, со своим бы мужем, или со своей женою, или со своим ребенком, или со своим любимым другом. Так общайся с Богом. От сердца к сердцу искренне. Вот это есть молитва. А не просто возьму какую-то молитву слов прочитая какие-то молитвы во имя Иисуса Христа, аминь. С Богом это не пройдет. Он принят тебя на уровне, если ты там младенец. Понимаете, младенцы не знают, как сказать. А когда ты с Богом, и даже на уровне младенца, я вам советую, лучше своими словами Богу два слова скажи. Спасибо тебе, Отец, хвала тебе, слава, и как ты, вот он тебя поведет. Я когда покаялась, я даже не знала, как молиться. Знаете, что я сделала? Я молилась, покаялась, знаете, вот так молитвы покаяния, другие говорили, я повторяла, и Бог меня посетил сильно. Я просто повторяла за другими молитвы покаяния. Вот как сейчас я вас вела в молитве покаяния, вы за мной повторяли. Вот так и я за другими повторяла молитвы покаяния, и на самом деле открыла свое сердце, и на самом деле Бог меня посетил. Я там рыдала, плакала. Спасибо Господу. Потом я не знала, как молиться дальше. Я пришла в свою спальню, помню, и сказала: Господь, помоги, научи меня молиться. Я не знаю. И у меня, знаете, как пошли мысли. И я эти мысли начала говорить. Я даже удивлялась, что я так говорю красиво. Я никогда так не разговаривала. Даже были такие слова, которые я вообще не употребляю: Слава тебе, Бог. Это Он, Дух Святой, через меня начал учить и говорить и молиться. Я удивилась этим молитвам. Я начала ходатайствовать за город, за страны, за людей, когда в жизни такого даже не знала и не просила никогда. А тут я начала ходатайствовать и за город, и за людей, и за какие-то страны начала просить. Вот что Дух Святой сделал и делает. Он говорит через меня, он учит. Он молится через меня. Вот что делает Дух Святой. Понимаете, Он ходатайствует о нас через нас. Спасибо тебе за это, Господь. Поэтому ты можешь сказать, Господь, научи меня молиться ты. Ученики попросили Иисуса научить а, молиться. Иисус дал им а, молитву. Она очень хорошая, но это не просто, вот сейчас буду зазубривать очень наши, говорить один и тот же. Нет, это стандарт молитвы. Он показал в этой молитве, как Богу начинает. Ты хвалишь Бога, потом просишь у Бога прощения, просишь свои желания и благодаришь Господа. Знаете, они просто-просто заучены, и каждый день есть вот православные католики, и они просто эту молитву говорят, говорят, и сами не знают, что говорят. Но там Бог показал образец, что ты приходишь, прославляешь Отца, небесного славишь его так ты приходишь отец славишь его благодаришь за все обычно можно так молиться начинать господу слави его благодари потом проси что на сердце проси защиты избавь нас от лукаво ты просишь защиты где-то защитить тебя помоги отец вот вам пожалуйста и дух святой тебя поведет Буду давать мысли, озвучивая их. Спасибо тебе, Господь! В сердце ли ты в своем будешь ему об этом говорить, или в устами. Некоторые не знают, как молиться. Вслух ли надо молиться или про себя? Знаете, как хочешь? Хочешь слух? Скажи: хочешь про себя? Это первая молитва покаяния. Ты говоришь: слух, чтобы духовный мир услышал, что ты сказал: Иисус мой Господь, я отрекаюсь от сатаны. Аминь. Ты Богу молись как хочешь, как хочешь, мыслями, устами, словами, громко ли, ми, тихо ли, Он тебя слышит. Слава тебе, Господь, аминь. Дух Святой, я тебя благодарю, ты закругляет общение, он говорит, будет закругляться. Господь, я тебя люблю, прости, а? Нет. Спасибо, Иисус, спасибо тебе, сладкий, любимый, спасибо за это общение. Спасибо, я благословляю всех вас, драгоценные. Сейчас у нас здесь, в Германии, до 10 карантин такой, какой там строгий карантин. Ну, строгий там вот эти, только супермарки работают, там почты, вот такое. А такое, в общем, магазины как закрыли, какие-то ограничения будут в передвижениях тоже чтобы меньше там ходили потому что сейчас праздники начнут тут всякие гулянки знаете люди пьют выпивают они это все хотят сократить но это нас конечно не касается мы так дома сидим в общем вот так вот спасибо господу за все поэтому сейчас у нас и в церковь тоже мы не можем ходить там а и церковь, ограничения надо сидеть в масках друг от друга на полтора метра. Я буду дома, Дух Святой Сказал Божье дома, и будем делать с Божьей помощью вот так онлайн вещание от Господа. Слава тебе Бог! Поэтому я сейчас буду чаще выходить и уже, по, уже больше работа в доме сделанная некоторые еще так кое-какие покупки мы ожидаем, что пришли, там еще кое-что будут дети собирать из мебели, что мы заказали. Вот. Но в основном такое уже все сделано, спасибо тебе, Господь. И будет по почаще онлайн вещание, как Бог скажет, как Бог поведет. Спасибо тебе за это, Господь. Поэтому Бог вне времени, вне расстояния. Слава тебе, Господь! Я тебя люблю, но я молю Бога, чтобы Он закрыл этот карантин, разрушил, и чтобы Он открыл границы, и чтобы мы могли, как жили до этого год назад, чтобы мы жили дальше и могли передвигаться без всяких вот этих масок и без всяких вот этих ограничений. Я у Бога спрашивала, мы что теперь всегда будем так жить? Он сказал, нет. Это сейчас до времени. Бог производит его работу, его суды через это. Аминь. Спасибо Господу. И Он откроет все это. Некоторые не, не знают, думают, как. Я сама его спрашивала. Я ему говорю, Господь, что теперь мы будем всегда так в масках? Он сказал, нет. Я его прошу об этом. Я его говорила, Господь. Я не хочу, чтобы я праведная и твои другие праведники страдали из-за грешников. Потому что мы на самом деле сейчас тоже, как бы знаете, возможно, ну не скажу там косвенно, но на самом деле мы сейчас тоже ограничены из-за них. Но Бог это допустил для блага. Для нашего, он говорит, блага. Он через это испытывает многих. Говорит, как вы в вере будете ходить? Вот так он мне говорит сейчас. Спасибо тебе за эти слова, Иисус, слава Тебе, хвала. И помоги нам, Господь, верить, Тебе, доверять, любить и жить для Тебя так, как ты хочешь, даже в это время стесненное. Помоги нам, Отец, быть верными, преданными Тебе так, как ты хочешь. Аминь. Драгоценные. Я закругляюсь. Иисуса просто поклоняюсь, благодарю, славлю, благодарю Тебя. Пусть вас Бог хранит всех, благословит. Бог вас любит. Запомните, Он всегда за вас. Будьте вы за Него. Аминь. С Богом. Пока. Аллилуйя, Иисус. Я Тебя люблю.